Банде Гуру Пададандам Бхакта Бинда Саманитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чарно Дайам Гопижано Самаюктам Бинда Банам Манухарам Ванча калпатаруваша кепасинду певача патитанам павуне бхавашна бибью намо нама муканкароти вачаланг пангунланг хетигрим джатки патам хангаванде парамаханандамадавам биндавай тусиде буйпиявай кешвасача Кришна Бхакти Паде Деви Сатта Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тато Джайо Дирет Шанкиртане Кришна Катхупадеш Гаурия Патрушо Пракаса Неча Садануракта Гуру Бхакти Юкта Бхакти Прамадакша Джагодваруна Дхайям Сада Парибхавагнам Авиштадухам Тетас Падам Сива Виринчанутам Сараньям Бхитатихам Панатапалли Бхавадипутам Банде Махапурусате Чаруна Равиндам Ятпада Паллаванака Чандамани Чатая Бисфуриджи токма пикопавадушва дарши Пурнану рагро сосагро сарумурти Сарадхикамай када кифам куруси Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Адвайта Гададхар Сивасади Гаура Бхактабинда Си Кришна Чайтанна Прабхунитананда Си Адвайта Гададхар Сивасади Гаура Бхактабинда Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рама Харе Рама 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 Харе Аджану ломбита бхужау канука бодату Шанкиртану кьопитару камала ятакшо Вишам бару дижа бару жугадхарма пало Банде жагат прия кару Каруна бхатару Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам, Харе Рам, Рам Рам, Харе Харе. Намами Ганге Тава Паду Панкаджам Сура Сурайра Вандито Дивва Рупам Бхуктинча Муктинча Тада Синитам Бхавану Рупенна Садханаранам Ганга Таранга Рамания Джата Калапам Гаури Нирантара Вивушихи Тобам Бхагам Нараяно Прияманангу Мада Пухарам Баранаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги саджусва бадане Лакшми джасва ча бхакшаси Джасьястхиде самбид Твам нишингамахам бхаже Харе Кришна Харе Кришна 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 Харе 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 Рам Харе Рам 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 Хари Хари
Yasyasti bhakti re bhagavati akinchana sarabhagunai stattra samasati suraha. Haro abhakta shukuto mahadguna manorathena sato dhavato vahi. Yasyasti bhakti re bhagavati akinchana sarabhagunai stattra samasati suraha. Haro abhakta shukuto mahadguna manorathena sato dhavato vai. Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Paramahansa Jagadguru told that without... Gauriya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta Saraswati Goswami Thakur Prabhupada сказал, что непонимание, без понимания Гуру Таттвы мы не сможем начать баджан. Гаудия Гоштипати Шишила Бхакти Сиддханта Сарасвати Госвами Такур Прабхупад сказал, что если мы не утвердились в Гуру Таттве, то мы не можем начать харибаджан. Это невозможно. Кто такой Гуру? Тот, кто все время занят Бхагавад-севой. И из 24 часов в сутках кто постоянно занят в Харигу Вайшнавасаве, кто постоянно что-то делает для Бхагавана и всего, что связано с ним, он есть Гуру Вайшнав. Гуру, Шрила Прабхупад говорит, что даже часть секунды в жизни Садгуру никогда не пропадает зря. В жизни Садгуру мы не можем найти, что даже какая-то секунда, минута времени пропадает зря. Это невозможно. Шрила Прабхупад много раз говорил, что те, кто Гуру Вайшнава, они могут видеть последствия всего. Например, обусловленная душа стремится к каким-то наслаждениям. Ну, не всегда, но мы были точно сказать всегда, что обусловленные души у них, они всегда стремятся к наслаждениям. Но те, кто хочет стать саду, и вот те, кто пытаются стать вайшнавами, те, кто хотят совершать харинаму, совершать бхаджан, для них особо. Шрила Прабхупад говорит, что вайшнавы, например, они чувствуют какое-то влечение к чему-то. Они должны думать о последствиях всего этого. Например, мы хотим чем-то наслаждаться, но после наслаждения этим, что случится? Шрила Прабхупад много раз говорил, особенно те, кто находится в отреченном укладе жизни, те, кто хотят обрести Бхагавана уже в этой жизни, те, кто не хотят ждать следующей жизни, не хотят рисковать следующей жизни, то вот для них. Много раз я говорил такую шлоку. И вот для таких отреченных им не запрещено встречаться с какими-то царями, с какими-то объектами наслаждения. Кто? Для Йошит, там Йошит — это то, на что мы смотрим с наслаждением и с желанием наслаждаться. И вот вайшнав тот, кто, у кого есть всегда Гуру Даршан, есть два вида даршана, один Майя Даршан и другой Гуру Даршан. И вот в нашей жизни есть два вида даршан. Первый — это Майя Даршан. Влияние Майя, все, что мы видим с чувством наслаждения, это называется Майя Даршан. А второй — Гуру Даршан. И чистые Гуру Вайшнавы, они, у них всегда есть Гуру Даршан. Они всегда следуют такому Вайкунтха Даршану.
Гуру Даршан, значит, Вайкунтха Даршан. И вот те, кто чистый Гуру Вайшнава, они даже в негативной ситуации видят позитивное. И это зовется Вайкунтха Даршан, даже в совсем плохой ситуации они видят что-то хорошее. И вот Вайкунтха Даршан значит позитивный Даршан. Вайкунтха Даршан значит Гуру Даршан. Гуру Даршан значит все объекты, люди, а куда бы мы ни смотрели, мы должны видеть это как то, что можно занять в Гурусаве, даже нашу жену, детей, прочих родственников, все, что у нас есть в нашей жизни, мы должны не должны думать, что это для нашего наслаждения, а должны думать, что все это должно использоваться в служении Гуру, это Гуру Даршан. И вот такой Гуру Даршан, если мы разовьем в своей жизни, то Шри Чайтанья Махапрабху дает такое наставление. И вот это мое наставление вам, что вы можете стать Гуру. Это мое наставление вам. Станьте Гуру и пытайтесь спасти всех этих обусловленных душ. Можно вспомнить, что Прабхупада говорил, что мы, Гаудии, всегда готовы потратить литры и литры крови для освобождения обычных людей, обусловленных душ. Шри Чайтанья Махапрабху дал такое наставление. Это мое наставление вам. Станьте Гуру. Пытайтесь спасти всех обусловленных душ. Это его наставление. Шрила Прабхупада много раз говорил. Не пытайтесь действовать как Гуру. Если вы находитесь в обусловленном состоянии, если сами вы в обусловленном состоянии, то не пытайтесь действовать как Гуру. Много раз Шрила Прабхупада говорил. В Харикатхе тоже Шрила Прабхупада говорил, что те, кто не способны повторять чистое святое имя, помните, те, кто не способны повторять чистое святое имя, если они дают дикшу другим, они все могут попасть в ад. И вот с анартхами, если кто-то хочет действовать как гуру, это очень опасно. И такие люди, их последователи, они все попадают в ад. И вот Шрила Прабхупада говорит, обманывать людей, то есть люди, то есть просто обманывать людей, это не деятельность гуру. Только тогда, когда вы получили полную милость вашего гуру. Например, если я обрел полную милость Шрилы Бхакти Прамодпури Дева Госвами Махараджа, Шрила Прабхупада говорит, что если вы обрели полную милость чистого садгуру, тогда нет никакой проблемы. И вот Шрила Прабхупада говорит, что если вы не получили полной милости Гопад Падмейна, хотите стать гуру каким-то ачарьей, то в этом ничего хорошего нет, и такие люди, их последователи, они окажутся в аду вскоре. Big
И таким образом все время мы должны думать и иметь Гуру Даршан везде. Все, что, на все, чтобы мы не смотрели, все, на что мы смотрим, мы не должны смотреть с наслажденческим настроением. Мы должны видеть Гуру везде. У нас должен быть Гуру Даршан. И вот Шрила Прабхупад говорит, что пока мы не утвердились в Гуру Татве, мы не можем совершать Гуру Сева. И есть множество проблем в нашей жизни. Мы можем встретиться с различными проблемами. И нет никакой гарантии, то, что мы сможем стать успешными, поскольку майя всегда как-то мешает нам. Но когда мы обретем милость Шри Гуру, то майя, она уже не сможет помешать нам. И вот те, кто полубоги, те, кто выступает против нас, особенно те, кто они обычно мешают тем, кто хотят принять отреченный уклад жизни. Майя, она постоянно мешает им, поскольку мы движемся против майя. Например, есть какой-то поток. Течение в реке, если мы будем попытаться плыть против течения, то очень сложно. И вот если течение не очень сильное, то можно как-то стоять на месте, а если сильное течение, то бесполезно. И мы должны помнить, что мы вот так вот идем против майя. Буквально плывем против потока майя, но если наш ум и душа, они находятся в лотосных стоп Гуру Падпадме, то нам не нужно беспокоиться об этом. Они помогут нам пересечь этот океан майя. Те, кто подлинные Гуру Севаки, для них нет никакой проблемы. Они могут запросто пересечь этот океан майя. Я уже много раз говорил. С помощью Гуру Бхакти, Гуру Севы, очень просто преодолеть майю. И вот, в общем, можно сказать, что мы все движемся против потока майя. Майя, она пытается как-то нам помешать. И те, кто чувствует себя неудобно в мадхе или неудобно следовать наставлениям Гуру Падпадме, для них сложно. Они всегда чувствуют какие-то проблемы, постоянно они сталкиваются с какими-то проблемами, но для тех, у кого Гуру Даршан совершенен, у них нет никаких проблем. Я много раз говорил, что на пути баджана множество проблем возникает, как в случае с Прахлад Махараджем. Или вот в жизни Радхарани постоянно какие-то проблемы возникают. Кришна баджан, знаете, что постоянно какие-то сложности возникают. Кришна баджан, значит, постоянно какие-то проблемы возникают. Это естественно. Но особенность Кришна бхакты в том,
то, что в жизни Кришна Бхакти не может быть никаких жалоб на его жизни. Это, в этом особенность Кришна Бхакти, преданного Кришны, то, что он никогда не жалуется на то, что происходит с ним, все, что бы ни происходило, не думает, что это милость Кришны. И вот они думают, прямо или косвенно все происходит по воле Кришны. Мы знаем случай с Джадабаратой, Бхараджи Махараджем. Бхарат Махарадж, он был владельцем всей Бхаратварши. Он был очень могущественным, но этот же Бхарат Махарадж оставил все. Своих прекрасных жен, детей, дочерей, сыновей, царства. Он оставил это без всякого сожаления, подобно испражнениям. И вот здесь говорится о Приеврате также. И о Бхарате Махарадже можно так сказать, что он оставил это без всякого сожаления, как люди, когда испражняются, они не привязываются к своим испражнениям. Так и он оставил вот все царство, все богатство без всякого сожаления. И вот смотрите, настолько он отречен. Посмотрите, насколько отречен Бхарат Махарадж или Приеврата, что они могли оставить все и уйти в лес, совершать баджан. И вот Бхарат Махарадж. Отправился до какой-то ашрам, какое-то место на территории Непала. Где это, река Гандаки течет, где рождаются шлагамы. Но у него было Гьяна Мишра Бхакти. И вот он совершал свой баджан на пути Гьяна Мишра Бхакти и практически достиг успеха. Год за годами он совершал баджан с утра до ночи. Он вставал рано утром, принимал магиню в реке Гандаки, повторил Гайтри. Но как это было возможно для Бхарат Махараджа оказаться в иллюзии? Как это возможно, что он попал в ловушку майя? И есть много объяснений этому, но кратко расскажу об этом. Смотрите, первое. Бхарат Махарадж, он практически достиг успеха в своем баджане. Он повторил гайтри, делал все во время восхода. Он созерцал гайтри, повторял аник прекрасным образом. И вот так он практически достиг успеха, ел фрукты и цветы, но и вот почти достиг успеха, и тем временем, что случилось? Сюда он увидел олениху, она пила воду, и тут какой-то лев, он услышал звук этого льва. И от страха прыгнула, в итоге олененок родился, она умерла от розового сердца, а олененок поплыл уносимый течением. И вот он подумал, что это его обязанность спасти олененка, и он, не думая, прыгнул в воду и поймал этого олененка, вытащил его из потока воды. И что дальше случилось? Он заботился об этом олененке с огромной любовью, что в итоге оставил свой баджан и
постоянно думал об этом олененке. Матери не было у него. Не мог он, пока маленький был, не мог траву есть. Он пошел в деревню, организовал молоко для него, кормил молоком. И вот это олененок воспринимал брат Махараджу как свою мать, своего отца, и все, что у него было, он тут же привязался к нему. И из-за такой концентрации на этом олененке он постепенно потерял свой баджан и оставил его. И во время смерти он думал об этом олененке. И вот как описывается в этом стихе из Бхагавад-гиты. То, что мы во время смерти о чем думаем, того и достигаем. И вот он в итоге родился оленем. Но так или иначе, несмотря на то, что он родился оленем, но из-за того, что он совершал баджан, он помнил свою прошлую жизнь. Он жалел об этом, плакал день и ночь. И вот он ушел с этого оленевого стада от своей матери и отправился в то место, где в прошлой жизни он совершал баджан, увидел там эту реку Кандаки, это место. Он расплакался, что из-за влияния Майи я попал в такую сплоченную ситуацию. Я так продался Майи. И вот Вишвана Чакраварти говорит, я говорю об этом свидетельстве, чтобы мы все были очень осторожны. Есть два вида парабдхи в соответствии с предыдущими. Вот это парабдха — это проявленная карма. Есть два вида — это проявленная карма. Первая парабдха — это шубха парабдха. Очень такая хорошая карма, благочестие. А вторая плохая. И вот Вишвана Чакраварти говорит, не думайте плохо о Бхарат Махараджа. И вот есть два вида парабдхи, и шубха парабдха и ашубха. То есть благоприятная и неблагоприятная проявленная карма. Шубха парабдха, что-то такое, Вишвана Чакраварти поясняет, когда Бхагаван хочет благословить преданных, когда Бхагаван специально хочет увеличить чувство преданного, иногда Бхагаван специально посылает какую-то иллюзию, нечто подобное иллюзии, как в случае жизни Бхарат Махарадж годы за годами совершал баджан, и почему именно в этот день Бхарат Махарадж он почувствовал влечение к этому олененку. И после того, как Бхарат Махараджа спас его, он мог этого олененка пристроить куда-нибудь к другим оленям. И спас его, мог бы какую-то другую альтернативу найти, как в случае. Но он решил кормить его молоком. Мог бы в конце концов этого олененка отдать в ту деревню, чтобы они его выхаживали.
зачем спас, не так, это не так, все плохо. Но можно, надо еще помнить, что можно привязаться к нему и потерять свои баджаны, поэтому мог бы взять этого олененка, оставить его в деревне, там эти люди позаботились бы о нем. Но он сам начал заботиться о нем, и поэтому из-за этого потерял свой баджан. И вот Вишванатха Чакрапати говорит, и это вообще не было чем-то плохим, это наоборот было шубха парабхой. Это благоприятно было, поскольку из-за этого он потерял баджан, это как бы пойдет. Но почему? Он совершал баджан долгое время, не было никакой майи. И вот, смотрите, он оставил все свое царство как испражнение, без всякого сожаления и привязанности. Огромное царство, жен, детей. И вот Вишванатха Чакрапати говорит, что это было организовано Бхагаваном, а не Майей. Бхагаван. Он сделал это так, чтобы тот, он был предельно осторожен дальше, чтобы он помнил об этом и чувствовал, что надо делать, а что нет. И это чувство привело его к успеху. Если вы в вашей жизни не будете беспокоиться, вы не беспокоитесь о том, что не получили милость Бхагавана или Гуру Вайшнавов, то ваш баджан несовершенен. И вот такое беспокойство о том, что как бы получить милость Гуру Вайшнавов, оно должно быть у нас. И вот такое может случиться в жизни преданных. Это то, что организовал Бхагаван, а не Майя. Но когда в соответствии с нашей дхармой, мы страдаем и падаем из-за этого. Это чаще всего происходит из-за влияния Майи, а вот в случае с Бхарата Махараджем это по воле Кришны. Мы должны быть готовы встретиться с какой-то шубха парабдхой или ашубха. И все может случиться в нашей жизни. Какая-то майя может прийти в форме прекрасной девушки или мужчины, или денег, положение в обществе, или еще чего-нибудь. И это может стать причиной нашего падения. И вот мы решили обсудить славу нашей Гурварги, особенно те, кто хотели следовать Шили Прабхупаде полностью. Я имею в виду те, кто находится в гармонии с Шрилой Прабхупадой, особенно о нем я хочу сказать. И вот сегодня день явления великого преданного, как Бхакти Саура Махарадж. Вот этот матха шестирукого Махапрабху. Он напротив Гопинатха Гаудия Матха, чуть по диагонали, в сторону переправы. Вот там
шестирукий Махапрабху. И вот я хочу сказать что-то об этом великом преданном. И вот я вначале говорил, что без понимания Гуру-таттвы, не только понимания, а если мы не утвердились в Гуру-таттве, мы не можем совершать Харибаджан, не можем начать Харибаджан. И вот этот возвышенный преданный, он родился в 1902 году. И вот он родился на территории Восточного Бенгала. Потом он к Бангладешу отошел. И вот это в области Кулна было. Он происходил из высокой семьи, с очень набожной семьи. Его отец, его отца звали. Саши Чандра Бандхубаей. И вот когда он родился, у него было нечто особенное. Его имя назвали его Нанда Гопалом. И вот он с самого рождения, его характер, его поведение, его внешний вид, все было особенное. Он был очень разумен. И вот после того, как он закончил эту школу, потом пошел учиться до 11 класса. Экзамены сдал он очень хорошо.
и очень необычайно хорошо. И потом пошел учиться дальше. Он представлял своего отца всегда, выражал ему почтение, всяческое уважение. Перед тем баджан не может начаться до того, как мы примем дикшу. Но иногда можно видеть, что в чьей-то жизни происходит, что даже до принятия дикши они совершали харикиртан, повторяли харинам, что-то делали, какой-то баджан. Мы знаем, что не приняв прибежище у садгуру, баджан не может начаться хорошо, но в соответствии с предыдущими самскарами мы можем найти какие-то души самого малого возраста. Они поклоняются Бхагавану, что-то делают, даже в детстве как Нитьянанда или наш Удавджи. Так много примеров. Шри Прабхупаде, Бхактивинода Такуре, Шивананда Сен. Они, можно видеть, даже в детстве они как-то делали какой-то баджан. Предыдущих самскар, он был очень склонен к харибаджану, его отец также. Отец он был очень набожен, и вот после того, как он закончил среднюю школу, система такая, кто сдаст экзамены больше, чем на 80%, то ему везде дорога открыта. И вот и написали ему письмо какое-то, было это рекомендательное. И вот он решил пойти в инженерный колледж. В Катаке. Его родственники, его родители тоже решили вместе с ним переехать. И вот
он поступил в этот Катакский инженерный колледж, а семья его к нему приехала, переехала точнее. И вот он был очень разумным студентом, привлекал внимание профессоров. Но и вот еще было нечто позитивное в его жизни, то, что он всегда интересовался духовной жизнью. Он всегда пытался что-то делать духовное, и в этом его хорошая сторона. И вот потом есть Бхуванеша Гаудия Мат, там Шрила Прабхупада установил божество и различные другие матхи. И вот из Гаудия Матха в Раджа Бихари Баба. И вот один Бабаджи Махарадж поддерживал этот храм, и вот он ходил просить подаяния один. И он также приходил в их дом, и в дом Шрилы Враджа Гопала Прабху, Шашидхара Прабху. И вот когда Враджа Бихари Бабаджи Махарадж пришел просить подаяния в его дом, то правило было в том, что он говорил какой-то харикатху, поскольку там были эти жители Орисы, вдруг он увидел какого-то с бенгальца. Мать его Шейвали не звали. И вот вся семья садилась, и в Раджа Бихари он говорил им харикатху. И такого было, там, традиция такая была. Они давали какое-то подаяние ему, но это не столь важно. Гораздо важнее, Шрила Прабхупада дал такое наставление, как в случае с Гаурангой Махапрабху. Гаурангой Махапрабху. Он дал наставление Нитянанде и Харидасу. О, Нитянанда, о, Харидас, идите в различные дома и говорите Харинам, им повторяю. Шрила Прабхупада не говорит, что идите берите рис или какие-то пожертвования у них нет, а повторяйте, говорите, просите их повторять Харинам, если что-то дадут, то хорошо, не дадут, неважно. И вот на эту тему я могу особую харикатху сказать в какой-то день, поскольку вот в Намапарадхах я говорил в Асамбхеда Синху, и вот на Бенгали Махарадж говорят, что о Намапарадхах Махарадж более подробно может говорить. И вот одно из оскорблений святых имен — это давать харинам тому, у кого нет веры. Говорю о нашей Гурварге, Шрила Мадхава Госвами Махараджа, Шрила Махараджа, Шрила Прабхупаде, Бхакти Прамоде, Пури Госвами Махараджа. Они дали посвящение многим людям. И какие-то из них пали, не повторяли харинам, оставили баджан. Такое бывало.
И вопрос может возникнуть, совершили ли они ошибку в своей жизни? И почему не дали харинам тому, кто их кто оставил харинам? Очень можно вспомнить, Нитьянанда ходил на базар и просил людей повторять святые имена. И вот они совершили они ошибку или нет, он как бы просил повторять харинам тех, кто не хотел. Но организовал ситуацию так, что они вынуждены были повторять святые имена. Ну что это, оскорбительно это или нет? И вот на эту тему вот этого Намаапарадхи Махарадж будет отдельно говорить, это достаточно обширная тема. И вот среди десяти оскорблений святых имен говорится, что те, у кого нет веры, никакой веры. Как это возможно? Поскольку те, у кого есть вера, они, естественно, могут повторять харинам. У них есть вера в шастры, саду и слова. Что такое вера? Те, у кого уже есть вера, их не надо просить повторить харинам, они и так повторяют. Но я также говорю харикатху перед обусловленными душами, оскорбительно ли это с моей стороны или нет. Или со стороны Сикананды Прабху. Он дал харинам слону. Оскорбительно ли это было или нет. Или если какой-то махаджан говорит харинам какому-то пьяному человеку. И каким-то наркоманом. Вот нужно вспомнить, в Америке Свами Махарадж он проповедовал, а хиппи среди них, в основном наркоманы были и прочие такие опустившиеся люди. И вот давать им харинам, повторять харинам перед ними оскорбительно это или нет. Или со стороны Нитьянанды просить повторить харинам Джагай Мадхая, которые пьяницы и тунеядцы, оскорбительно было или нет. И вот почему вот в одном из оскорблений святых имен написано так, что давать харинам людям, не имеющим веры, оскорбительно. Вот Махарадж об этом всем потом расскажет. И вот Махарадж продолжает, что вот Врадж Бихари Баба нашел позитивное настроение в них. И он узнал, что они из Бангладеша, там большинство людей имеют веру в Бхагавана. Из-за милости Нитьянанды. И вот Враджа Бихари Баба говорил харикатху, и они с полным вниманием слушали, восхищались, и после этого, поскольку Враджа Бихари Баба был ученик Шрилы Прабхупады, Бхакти Сиддханты Сарасвати, и постепенно Шаши Бабу, отец Нанда Гопала, он обнаружил, что день за днем мой сын, он, отречение в нем проявляется все больше и больше. И
вот он смотрит день за днем, мой сын развивается вайрагью, отрешенность. И не столь интересуется обучением в колледже, а интересуется какими-то духовными вещами. И в один день Шаши Бабу сказал сыну: «О, сын, скажи мне, не скрывай ничего. Если ты чувствуешь влечение к духовной жизни, то я помогу тебе. Я не как другие отцы, не как обычный отец. Я твой особый отец. Если ты заинтересован в духовной жизни, в Атма-Татве, я с тобой поеду в Майяпур и позволю тебе получить дикшу Харинама от Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. Если ты хочешь служить мне, ему, я не буду возражать. Пожалуйста, скажи, чего ты хочешь. Я помогу тебе». И он сказал: «О, отец, что сказать, я чувствую, с каждым днем я чувствую больше и больше влечения к духовной жизни. Я чувствую большее влечение к духовной жизни». И вот они собрались ехать в Майяпур. И тем временем отец и моего мальчика Варени Деви, они с Катака во время Гуру Пурнимы поехали в Майяпур, чтобы встретиться с Шрилой Прабхупадой Бхактисиддханты Сарасвати. И Раджа Бихари Баба, он написал письмо, что одна семья, они очень вдохновлены вами. И я отправляю их вот такое-то, в такое-то время, они приедут в Майяпур, благословите меня, чтобы я дальше совершал служение. И вот они приехали в Майяпур, встретились с Шрилой Прабхупадой. И что дальше? Когда они предались лотосным стопам Шрилы Прабхупады, увидя их семью, ну и их настроение, чувства, Шрила Прабхупад был очень доволен. И вот все вместе они получили Харинам. О, Шрила Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. Шрила Прабхупад был уверен в их искренности. И после этого долгое время в общем, они остались в Майяпуре, слушали такую великолепную харикатху с уст Шрилы Прабхупады Бхактисиддханты Сарасвати. Через какое-то время и вот имя Нанда Гопал было хорошо. Шрила Прабхупад немножко изменил его, стал Нанда Дулал. Он был очень разумен, имел огромную веру в Гуру Вайшнава. И вот Шрила Прабхупад был очень доволен им. Он познакомил его со всеми Мадхаваси. И когда тот день пришел,
когда они собирались возвращаться в Катак. Отец спросил его: это долгое время тут, нужно возвращаться домой, но мы тебя не держим. И отец сложенными ладонями сказал: отец, вы сказали мне, что вы готовы занять меня в Гуру-севе, и поэтому лучше, если вы оставите меня тут, я не хочу возвращаться, правда? Я почувствую себя удачливым, если вы позволите мне служить такому великому преданному Шри Прабхупаде Бхактисиддханте Сарасвати. Хорошо, оставайся, я благословляю тебя, ты достигнешь успеха в своем бажане, в своей Гуру-севе. И вот они так, с такими словами, отец с матерью уехали. Обычные родители очень переживают, если их дети уходят в какую-то религиозную организацию, а если их дети едут в Америку на долгий срок, они только радуются. И вот своей матери сказал, что мой друг вот в Америку на учебу уехал, его мать не переживает, а я собираюсь бхаджан совершать, чего ты переживаешь. И вот такое это состояние. И вот его родители с такими словами уехали. Шрила Прабхупад был очень доволен им, и Шрила Прабхупад занял его в редакторе Надия Пракаша. Была вот группа преданных, которые занимались редактированием Надия Пракаша и таким издательством этим. Потом Шубха Вилас был. Это Бхакти Майю Бхагават Госвами Махарадж, его Шубха Вилас звали в то время. Кришна Канти Шаман Госвами Махарадж. Пранавананту Прабхума Гуру Махарадж, они все вот занимались вот этим служением в издательстве. Надия Пракаша, Шрила Прабхупад был очень доволен, видя их как командную работу. И не только это, Шрила Прабхупад хотел занять Нанда Дулала Прабху как учителя в Бхактивинода институте. Шрила Прабхупад принял решение занять Нанда Дулала в этом в школе Бхактивинод институт как духовного учителя, духовности, чтобы учил. И вот долгое время он совершал там служение. Шрила Прабхупад был очень доволен им. И в 1936 году, последнего декабря, когда Шрила Прабхупад оставил свое тело, и вот одна проблема возникла. Он хотел ее как-то решить, но не смог, решил уйти из Матха. И вот он уже шел, куда-то пошел. И после этого он захотел присоединиться к Госвами Махараджу, поскольку тем временем Госвами Махарадж, он восстановил место Имлитала. И
Нанда Гаунин получил место, я там тоже совершил баджан. И вот Нанда Долал Прабху решил остаться в матхи этого воздушного преданного Бхактисанги Госвами Махараджа. Он был уже саньяси, он получил от Шрилы Прабхупады саньясу. И вот он жил в Амритале, совершал баджан, и после этого Госвами Махарадж, он чувствовал себя очень хорошо в этой Амритале. Под руководством Госвами Махараджа, которого он принял как своего шикша-гуру, не отличного от Шрилы Прабхупады. И после этого Госвами Махарадж оставил свое тело. И в том случае он остался старшим. И вот в этом Гаудия-матхе Амритальском он остался старшим. Там были большинство из них были ученики Госвами Махараджа. И вот они решили назначить его ачарьей этого матха. Но он не был готов, он отказывался, он говорит, нет, вы самый старший, мы думаем, что вы не отлично от нашего Гурдава, поэтому давайте занимайте пост ачарьи. Вот он вынужден был принять его, и через какое-то время те, кто приняли саньяс, а еще забыл сказать, он получил саньяс от Госвами Махараджа. Перед тем, как оставить тело, он, в смысле, перед тем, как Госвами Махарадж оставил тело, он саньяса получил Бхакти Шаурав, Бхакти Шар, его назвали. Бхакти Шаурав, Бхакти Шар. И также он получил титул от Вишва Вайшнава Раджа Сабхи. Во время Гуру Пурнима Шрила Прабхупада раздавал различные титулы, и его титул был, забыл, к сожалению, его титул. И вот он назначили в ачарьи, он успешно исполнял эти обязанности, он очень образован, но и в то же самое время идеально соблюдал все эти обеты отреченного уклада жизни. Но из-за влияния майя те саньяси, ученики Госвами Махараджа, а даже те, кто получили саньяс от него, они начали что-то там делать против него, захотели его выгнать. Иногда случается так. Как случилось с Вайкана, с Махараджем. Он отдал эти обязанности ачарьи Бхакти Вайбав Пури Госвами Махараджу. Сам не хотел этим заниматься.
Бывает иногда так, и вот Госвами Махарадж, перед тем, как какое-то решение принимать, он... ну, в общем, перед тем, как назначить ачарью, он оставил тело, не успел. Потом эти его ученики, ну, в общем, не только его, но и другие тоже захотели его выгнать с поста ачарьи. Когда он узнал, что они не хотят меня видеть на посту ачарьи, он написал письмо, что уходит с этого поста, и письмо это отдал этому обществу. И все братья боги, как Шрила Бхакти Прамодпури Дев Госвами Махарадж, одобрили его. Вы действительно очень могущественны, вы не привязаны ни к чему. И вот. И вот я слушал Бхакти Саранги Госвами Махараджа. Это не моя ачарья. Я делаю это только для того, чтобы служить Бхакти Саранги Госвами Махараджа. Это не мое, как не мой пост ачарья. Я хотел служить ему, если вы не хотите, я ухожу. И вот он, ну, в общем, оставил это общество. А что же делать? И после этого Мадхава Госвами Махарадж попросил его, можете храм построить. И вот царь Махарадж взял кусок земли. В то время было дешево, а денег особо у них не было. И вот у Парамахамса Махараджа вот он купил часть земли. И после этого установил божества, пригласил и вот он пригласил Шрилу Пури Госвами Махараджа, чтобы тот установил вот это божество шестирукого Махапрабху, хотя он был младше, Гуру Махарадж был старше, но все же он очень уважал его. И это была природа Гуру Махараджа. Шридхара Госвами Махарадж тоже был младше, но Шрилу Пури Госвами Махарадж его очень уважал как старше, хотя он был младше. И вот Гуру Махарадж, он установил божества здесь, в Майпуре, шестирукого Махапрабху, и в тот день... И вот Бхакти Виган Бхарати Махарадж, в то время Наротам Прабху, в то время у Гуру Махараджа не было отдельного храма, он был, жил в Мадхиматове Госвами Махараджа. И вот после того, как установка божеств была закончена, призвание божеств, тот сам Махарадж попросил его принять просад в какой-то отдельной комнате, поскольку Гуру Махарадж весь день был занят этой пуджей, установкой, призванием божеств. И вот Бхарати Махарадж, Шрила Бхарати, вот это Бхакти Прамодпури Дев Госвами Махарадж, Наротам Прабху, это Бхакти Виган Бхарати Махарадж. И в этом принесли просад, это принесли какой-то пропаренный рис. Наротам Брахмачари сказал Гуру Махараджу, что делать рис с пропаренным, его как бы нехорошо.
нехорошо нам его есть. Смотрите, Наутам Брамачарис сказал, в своей жизни никогда этот пропаренный рис не ел. И вы тоже, ну, Махараш нам дал, просто дал этот рис, что делать? И вот мой Гуру Махараш сказал, когда вайшнавы, чистые вайшнавы, дают какой-то просад, мы не должны судить его. Как в случае Махапрабху сказал, что когда Мадхвина Парипат, он перенял просад в доме брамана более низкой касты, где Ваджаваси или Саньяси Брамачари никогда не едят. Но Гуранга Махапрабху говорит, что мои, что наше предыдущее Гурага дело, это мои правила. Все будут критиковать тебя. Но пускай критикуют. Я буду делать то, что делала моя Гурага, поскольку Мадхвенда Парипат, он принимал просад здесь, и это мои правила. И вот как в этой шлоке говорится, что мы должны делать то, что делают махаджаны, следовать по их стопам. Если мы не будем следовать пути указанному махаджанам, это нехорошо. И вот Шрила Бхакти Прамод Пури Дева Госвами Махарадж, кто сказал, Махарадж нам дал этот рис, вайшнава, мы не должны судить его и должны принять то, что он нам дал. Мы не всегда будем его есть, а вот только вот сегодня в честь уважения мы должны его принять, и, ну, не суть, а вареный рис считает, ну, этот пропаренный рис, то, что брамана никогда не едят. Поэтому вот они за всю свою жизнь никогда не ели этот пропаренный рис, а тут так случилось, что вот другого не было, и им предложили этот пропаренный рис. И вот они, знак уважения, приняли его. Потом у него во Вриндаване какой-то мать есть, еще в паре мест. Харикатху, ну, как он, может, куда-то ездил, но не всегда и очень редко. Он обычно находился в одном месте, как наш Мадхав Госвами Махарадж, Шрила Кеша Госвами Махарадж, они постоянно ездили вокруг, по всей Индии, но вот он практически никуда не ездил, ну, уж крайне редко, как в основном совершал баджан в Сарабудж Матхе и в Сиури еще. Какое-то место тут поблизости. И вот он говорил, Харикатху, она была очень могущественна. Он был таким могущественным вайшнавом. И однажды он решил посетить святые места Северной Индии.
и в Северной Индии. Вначале он отправился в храм Госвами Махараджа. У него два храма, один в Индрапрасте, другой где-то там еще. Махарадж там был в Малкагонде. Малкагондж и Индрапрасте. Индрапрасте, где Панчапандавы основали царский дворец был у них в Индрапрасте. И утром он отправился в лес, там три километра было, ну как ты, этот государственный лес вообще, ну, посажен недавно. Правительство там засаживало эти территории, вот лес посадили. И вот он повторил харинам, и так километр пять они проходили в одну сторону, в другую, повторяли харинам. Одессе встречался как кто-то по дороге. Они кланялись ему, задавали вопросы. Это, ну, такая была у него практика. Он отвечал на вопросы, на которые задавали ему прохожие. И вот наш Гурвага, включая Бхакти Прамода Пури Госвами Махараджа, Шрила Мадхава Госвами Махараджа, кто нет, все они очень уважали и любили этого возвышенного преданного. Его жизнь была безупречна. Никто не мог найти каких-то недостатков и каких-то ошибок за всю его жизнь. Я очень горд. И много раз раньше я посещал этот храм Шестирокого Махапрабху. Сейчас я не успеваю туда ходить. Вот я прошу прощения и милости у лотосных стоп Шрилы Бхакти Шарава Госвами Махараджа и значение его имени Бхакти Шарав, аромат его чистой духовной преданности. Он распространяется подобно аромату цветов и дает нам удовлетворение. Мы очень счастливы. Он идеал, пример идеализма. Перед нами его жизнь безупречна. Он никогда не был увлечен ни в чем плохом. И он начал принимать учеников. Много учеников пришло. Одни из них очень любили меня. Большинство, могу даже сказать, вот, многие уже оставили тело. Сейчас большинство из учеников уже оставили тело. Не знаю, кто там остался. И вот я хочу попросить милости у Шрилы Махараджа, чтобы он благословил меня, чтобы я мог следовать его идеализму. И та шлока, с которой начал, мы должны помнить ее. Арубхавакта-шакуто-мадгуна-манварахтена-сато-дхава.
И вот тот, у кого есть акинчана бхакти, как Махарадж, тот, у кого есть акинчана бхакти, тот, кто не шкинчан, все качества Бхагавана, они находятся в его сердце. И тот, кто не преданный, как можно ожидать, трансцендентные качества у непреданных. Как у непреданных мы можем ожидать какие-то трансцендентные качества? Мы не можем ожидать их.